Вот такое пирожное на быструю руку можно легко приготовить за буквально за полчаса. Кто желает посмотреть, как его буду готовить, всегда пожалуйста на мою кухню. Сегодня мы будем выпекать пирожное на скорую руку. Это самое любимое мое пирожное для детей, когда учились у меня в школе. Быстро, легко и просто. Для этого нужно 8 стаканов муки, 2 пачки маргарина, ванилин, соль по вкусу, 1/4 соды, погашенная уксусом, 2 ложки воды, 2 стакана сахара, 4 яйца и варенье. Варенье любое у нас будет со смородины. Давайте готовить. Одну половинку теста на 30 минут в холодильник. На быструю руку можно легко приготовить за буквально за полчаса.